Армысыздар, қадырменді көрермен, эфирде күндізгі жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Ершат Жаскелеңұлы. Қазақстанда мемлекеттік қызметшілердің мерзімінен тыс жұмыс уақыты тәулігіне 2 сағаттан аспау керек. Ал мерзімінен тыс жұмыстың жалпы ұзақтығы айына 12 сағаттан, жылына 120 сағаттан аспау тиіс. Егер мемлекеттік қызметкер бекітілген уақыттан тыс жұмыста қалса, тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Ал басшысының бұйрығымен отырған болса, онда басшысы жауапқа тартылады. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлердің мүддесін қорғау мақсатындағы бастамасы жұмыс істей бастағанымен, кейбір министрліктерде жұмыста отырып алу әдеті қалып қойған. Агенттік қызметкерлері бұқаралық ақпарат құралдар өкілдерімен бірге бірқатар министрліктерге жұмыс уақыты аяқталған сәтте бас сұққан еді. Белгілі болғандай, жұмыста асықпай отырғандарда басшылық екен. Мерекелік немесе демалыс күндеріндегі жұмыс және түнгі уақыттағы жұмыс еңбекақысын төлеу бойынша 30-дан 120-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл төлеу түрінде жауапкершілікке тарту қарастырылған. Аталған құқық бұзушылық бір жыл ішінде қайталанса, 60-дан 150-ге дейін айлық есептік көрсеткіште көлемінде әкімшілік айыппұл төлеуге тартылады. Ал 1 қаңтардан бастап, бір айлық есептік көрсеткіш көлемі 2269 теңгені құрайды. Мемлекеттік қызметкердің жұмыс уақыты 18:30-да аяқталады. Бұл уақыттан кейін қызметкердің бір минутқа себепсіз жұмыста қалуына құқы жоқ. Еңбек заңдылығының сақталуын қадағалау мақсатында мемлекеттік қызмет істері агенттігі денсаулық сақтау ұлттық экономика министрліктерін аралап шыққан еді. Өзіміз көргендей жұмыста асықпай отыратындар баршылық екен. Баса көктеп кіріп келген журналистер мен тексерушілерді көрген қызметкерлер жұмыстарынан тым тырақай қашты. Енді бірі жұмыс бөлмесінің жарығын өшіріп тастап, тығылуға әрекеттеніп жатты. Ну там же этот же люди же. Сіздің фамилияңыз жазылған? Көп жағдайда басшысы жұмыстан кетпей, орнынан қозғалмайтын мемлекеттік қызметкерлер де баршылық. Помощник вице-министр, поэтому я не могу, пока он на работе. Ну пока он на работе, я тоже на работе. Вот сейчас руководство на работе, вы тоже на работе. Ну, вынуждена, да? Не вынуждена, у меня и работа есть еще, у меня письма есть, понятно, которые нужны. У вас рабочие регламенты с какие? До полседьмого. Вы госслужащий? Да. Вы знаете, что вы сейчас, если у вас нет приказа дополнительного, вы незаконно находитесь на рабочем месте. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі өкілдері заңсыз үстеме жұмысын болдырмау үшін күресіп жатқандықтарын айтады. Жүргізіліп жатқан жұмыстың арқасында бүгінде үстеме жұмыстың уақыты 20 минутқа қысқарған. Алайда ауру қалса да әдет қалмайды демекші, мемлекеттік қызметкерлердің үйіне асықпай отыратын дерегі тіркелуде. Егер қызметкер жұмыстан тыс уақытта қалатын болса, артық жұмыс істеген үшін оған 1,5 есе көп ақы төлену керек. Бүгінде мемлекеттік қызметте үстеме жұмысты жою үшін қызметкерлер үшін икемді кесте енгізу жүріп жатыр. Сондай-ақ кешкі сағат 19:00 жұмыс компьютерін автоматты түрде өшіру енгізілген. Енді бұл тәртіпке көнбегендер 2019 жылдан бастап әр сағатына төлейтін болады. Ал тексеру барысында қолға түскен мемлекеттік қызметкерлердің мәселесі былай шешіледі. Біз ол тұлғалар бойынша мемлекеттік мекеменің басшысына хабарлап мәлімет жібереміз. Біздің агенттіктің басшылығы тарапынан, яғни бұл жерде осы мемлекеттік қызметкерлердің тарапынан артық жұмыс жасау анықталса, онда осы мемлекеттік қызметкердің өзінің жауапкершілігі қаралатын болады, тәртіптік жауапкершілігі. Ал егер ол мемлекеттік қызметкер жұмыстың көптігінен, басшылығының тапсырмасының көптігінен отырса, және де оның осы артық жұмыс жасауға тиісінше бұйрығы болмаса, тиісінше үстеме ақы төленбесе, онда бұл жерде мемлекеттік мекеменің басшылығының жауапкершілігі қаралатын болады. Жұмыстан тыс уақытта қалу үшін рұқсат берілген қызметтік жазба болу керек. Ал ондай жазбасы жоқтардың жұмыстан соң кеңседе қалуға құқы жоқ. Жұмыстан кетуге асықпайтындардың немесе басшының бұйрығынан асылмайтындардың мәселесі осылай шешілуде. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Облыс тұрғындары тәуелсіздік күнінде көшбасшы жолы Астана атты кинотуындыны тамашалады. Бұл туынды елбасының қиын-қыстау кезеңде қабылдаған маңызды шешіміне арналған. Бүгінде талайдың көзайымына айналып, тәуелсіз елдің астанасы ретінде әлемдік аренада барлығы танитын бас қаланың тарихы жөнінде толығырақ келесі сюжеттен көрейік.
Тәуелсіздік мерекесінде патша көңілді көрерменнің назарына көшбасшы жолы Астана атты кино туынды жол тартты. Бұл тарихқа толы туынды азаттық алған Қазақияның қиындықтарға мойымай батылда көреген шешім қабылдағанынан сыр шертеді. Киноның сценарийі тарихқа негізделген. Тәуелсіздікті алу қандай қиындыққа соққандығы белгілі. Алайда талайдың қанымен келген тәуелсіздікті алып барша әлемге жариялағаннан соң еліміздің экономикасын дамыту мен оны көркейту жолында да бірталай қиындықтар туындады. Осы қиындықтарға қарамай елбасы Астананы Алатаудың бауырайынан арқаға көшіру туралы шешім қабылдайды. Бұл шешімді сынғалған жандар көбет. Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики вопрос о переносе столицы. Для этого имеются основательные причины. Я должен отметить, что Алматы уже не отвечает требованиям столицы. В Алматы большая стесненность свободных площадях, и расширять ее некуда. Из всех вариантов наиболее предпочтительным местом является Акмала. Самый разгар кризиса? Во-первых, она находится почти в географическом центре. Во-вторых, расположена на пересечении крупных транспортных магистралей. Түрлі қиындықтарға қарамастан болашақ үшін қабылданған шешім батылдық пен қайсарлықты талап етті. Кино туындыны облыстың ардагерлері қазіргі таңда ел үшін қызмет жасап жүрген жандар мен ел ертеңі жастар тамашалауға келді. Олар туындыдан алған әсерін былай деп жеткізді. Нұрсұлтан Әбішевтің ролін өте жақсы орындады. Артист өте жақсы сондай немен етілген. Сосын бұнда документальный жағда болды, енді екеу художеспен документальный аралас, өте жақсы болды сонымен. Жалпы бұл киноның біздің жас ұрпақ, барлығы да біздің оралдықтар бәрі көру керек, түсіну керек. Мән-мағынасы, тәлім-тәрбиесі өте керемет елбасының. Шынымен де Астанаға көшіру жөнінде қандай шешім қабылдағаны, қайсарлығы, жүректігі, батырлығы, анау аязбен алысып жүріп, қақаған қыста қаншама құрылыстардың салынғаны өте тамаша кино. Елбасымыздың бұл тарихи жолы барлық еліміз үшін қабылданған шешім жастардың қазіргі күндегі жастардың батыл шешім қабылдауына бір үлгі өнеге болады деп есептейміз. Бүгінде 20-ға толған Астанамыз жыл санап дамып көркейіп келеді. Еліміздің басты шаһары елбасының тырнақалды туындысы. Тәуелсіздіктің ерекше символына айналған елорда бейбіт елдің астанасы ретінде талайдың таңдайын қақтырып, аз уақыттың ішінде халықаралық шараларды ұйымдастырып, татулықтың ордасына айнала білді. Бұл да бір азаттықтың бір парасы. Ажар Хамитова, Ербол Аманжан, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы. Оралда жыл үздігі 2018 жастар премиясы өтті. Жыл 12 ай бойы үздік деп танылған жастарды анықтауға арналған шара биыл 10-шы мәрте ұйымдастырылып келеді. Байқауға 120 азаматтан өтініш келіп түскен. Биылғы жылы үздік атанған жандар туралы толығырақ келесі сюжетте. Облыс көлемінде 10 жыл бойы жыл үздігі жастар премиясы ұйымдастырылып келеді. 10 жылдан бері 550-ден астам батыс қазақстандық үздік деп танылған. Аталмыш байқауға 120-дан астам өтініш келіп түскен шараның ұйымдастырушылары биылғы жылы 12 аталым бойынша мықтыларды анықтадық дейді. Негізгі мақсаты осы біздің әр түрлі салада жүрген жастарымызды мадақтау, марапаттау. Олардың жас болса да жетістікке жеткен жастарымыз көп. Еліне, өзінің туған жеріне үлесі болсын деген жастарымыз. Соларды әр сала бойынша, яғни мәдениет бар, спорт, қоғамдық сала, әр түрлі 12 бағыт бойынша біз жыл сайын осындай мадақтаймыз. Әрине, жыл сайын біздің осы құжаттарды тапсыратын жастарымыз көбейіп жатыр. 2018 жылы самбодан әлем чемпионы атанған Нұрбол Серіков үздік спортшы деп танылды. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш балуан қараша айында Румыния жерінде ұйымдастырылған додада самбодан әлем чемпионы атанып, ел намысын қорғады. Алдағы мақсат да самбо күресіне, самбо күресі қазір олимпиада ойындарына енді. Алла қаласа, сол олимпиада ойындарына дайындалып, сол жерде еліміздің көкпеуін желбіретін. Ел ертеңі жастар, бүгінде оларды қолдап, шыңдалу үшін барлық жағдай жасалуы тиіс. Ажар Хамитова, Ербол Аманжан, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы. Қадырменді ағайын, күндізге түскен жаңалықтар легі осымен тәмамдалды. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше, мен сөз кезегін әзірге әріптесім Сергей Ланға табыстаймын. Спасибо, Иршат. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК-42. Дневной выпуск новостей.
Казахстанских госслужащих пытаются отучить от переработки. За это взялись сотрудники антикоррупционной службы. Они отправились в рейд по кабинетам в конце рабочего дня, чтобы выявить, кто не выполняет поручения главы государства и не уходит домой. Госслужащие пытались сбежать от проверяющих, выключали свет и избегали телекамер. Но представители агентства это не остановило. Они продолжали открывать все двери и зачитывать права работников. Усерднее всего, как выяснилось, по итогам рейда трудятся в Министерстве экономики. Госслужащие заверили, что в кабинетах якобы засиживаются добровольно. За такую инициативу их могут наказать. А вот если на сверхурочных настоял шеф, это должно быть указано в приказах и отражено в зарплате. В противном случае тоже придется отвечать. Мы переодеваемся. Можно переодеться? Кодекс госслужащего вы знаете, да? Знаем мы. Вот я в одежде стою, я хочу в одежде. Ладно, хорошо, я могу узнать ее фамилию? Подождите. Извиняюсь, я с агентства главного госслужащего администрации. Почему вы так себя ведете? Не надо так вести себя. Вы какое министерство? Нас экономики. Сколько вы можете сейчас сидеть? Еще ходить? Я все заканчиваю. Давайте выходите. Помощник вице-министра, поэтому я не могу. Пока он на работе. Ну, пока он на работе, я тоже на работе. Вот сейчас руководство на работе, вы тоже на работе. Вынуждена, да? Не вынуждена, у меня и работа есть еще, у меня письма есть, которые нужны. У вас рабочий регламент из каких? До полседьмого. Вы госслужащий? Да. Вы знаете, что вы сейчас, если у вас нет приказа дополнительного, вы незаконно находитесь на рабочем месте. В антикоррупционной службе сообщили, что активно борются с переработками на госслужбе. Благодаря рейдам по госорганам удалось сократить переработки на 20 минут. Но факты все еще есть. В агентстве напомнили, что за переработку должны платить в 1,5 раза больше. На госслужбе сегодня стараются внедрить гибкий график для сотрудников, чтобы исключить переработки, а также автоматическое выключение компьютеров после 7 вечера. Тем, кому не помогли и эти меры, с 1 января 2019 года будут платить за каждый час переработки. Недопонимание со стороны госслужащих, то есть незнание того, что 6.30 их рабочий регламент заканчивается, и они должны уходить, то есть соблюдать этот трудовой распорядок. Некоторые госслужащие считают, что они перерабатывают по своей инициативе, и это их право. Этим госслужащим я хочу разъяснить, что трудовое законодательство оно распространяется для всех. То есть если они свои переработки соответствующим образом не оформляют, то есть служебной запиской и соответствующим приказом на сверхурочную работу, то эта переработка является незаконной. И в этом случае, если эта переработка случилось по вине самого госслужащего, тут должно рассматриваться дисциплинарная ответственность самого госслужащего. А если это из-за нагрузок и большого количества работ, задач, то здесь нужно устанавливать причину, обоснованность и законность этих переработок. То есть, как я уже сказал, они должны соответствующим образом оформляться и в конце месяца выплачиваться сверхурочные таким госслужащим. Пока большинство казахстанских госслужащих перерабатывают. Вот статистика. 5000 часов за один месяц. И это только сотрудники одного из ведомств. Не спасает от задержки на работе даже система автоматического отключения компьютеров. Их можно включить снова. За лишние часы на работе в ущерб личной жизни никто из них не получил от администрации ни дополнительной оплаты, ни отгулов. Что это? Любовь к работе или давление начальства? И что делать, если вас заставляют засиживаться допоздна? За несоблюдение трудового законодательства теперь виновным грозит штраф в размере 30 МРП, а это 72 тысячи тенге. Бауыржан Шайахмет, Ахмедияр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. За оскорбление учителя в Казахстане предлагают ввести особое наказание. В Министерстве юстиции состоялось заседание межведомственной комиссии, где рассматривали концепцию законопроекта о статусе педагогов. Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева сообщила, что рассматривается возможность ввести штрафы за оскорбление и унижение чести учителя. По словам депутатов парламента, сегодня казахстанский учитель практически никак не защищен – морально, материально, психологически, юридически. Любой учащийся может оклеветать учителя, обвинив его в унижении, избиении и даже в сексуальных домогательствах. Каждый ученик может снять на видеокамеру своего смартфона, доведенного до отчаяния и психологического срыва учителя. Однако, как правило, на камеру не записываются те моменты, когда сами ученики довели педагога до такого состояния. Профильное ведомство намерено изменить ситуацию.
Концепция предлагается за унижение чести и достоинства педагога, да, предусмотреть административную ответственность. Вот учитывая, что частью статьи 1 131 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица выражено в неприличной форме. Вот у нас педагоги жалуются, почему унижают педагогов, когда приходят родители, можно ведь и в приличной форме унизить. Сегодня в Казахстане не хватает порядка 200 тысяч педагогов. Если не принять комплексных мер по повышению статуса учителя, кадровый голод будет только усиливаться, уверены депутаты. В некоторых регионах, например, в Карагандинской области, кадровый дефицит педагогов вынуждены покрывать за счет привлечения к работе учителей, уже вышедших на пенсию. Но даже это не позволяет решить проблему. Поэтому вот из всех 2000, которые мы получили, предложение педагогов, это вся общественность. Вы знаете, был приказ Елбасымыздың тікелей тапсырмасы бойынша с каждым педагогом обсудить. Поэтому мы вот статья 101 разъясняет, что оскорбление – это унижение чести и достоинства, выражено неприлично. Как показывает практика, у нас имеет право на защиту своей чести и достоинства каждый человек. Естественно, принимая во внимание степень общественной опасности, установить административную ответственность за оскорбление педагога. При этом бесконечные эксперименты со школьными программами дополнительно отталкивают уже работающих в школе специалистов, говорят депутаты. Еще 2-3 года, и решать проблему дефицита кадров за счет привлечения пенсионеров уже не получится. Политологи предлагают сделать, как в Китае. Там учительская зарплата резко возросла, благодаря тому, что им стали оплачивать дополнительную работу. К примеру, за проверку тетрадей, проведение воспитательной работы, классное руководство. Оржан Шейхмет, Ахмедияр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Уральске прошел премьерный показ фильма «Путь лидера Астана». Посмотреть документальный фильм о президенте Казахстана и становлении новой столицы были приглашены студенты, активная молодежь области и первые лица города и региона. Бесплатный показ фильма «Путь лидера Астана» был организован в комфортабельном кинотеатре «Синема Парк», который расположен на 4-м этаже торгово-развлекательного комплекса «Сити-центр». В основу фильма «Путь лидера Астана» легла история строительства нашей столицы. События фильма берут свое начало в июле 1994 года. После развала Советского Союза, будучи вновь образовавшейся страной, Казахстан начинает свой путь независимости. Выношу на ваше рассмотрение очень важные для жизни республики вопрос о переносе столицы. Для этого имеются основательные причины. Я должен отметить, что Алматы уже не отвечает требованиям столицы. В зале был аншлаг. Фильм вызвал огромный интерес у местной молодежи. Молодые ребята наперебой пересказывают друг другу ключевые события фильма и увлеченно обсуждают новейшую историю Казахстана. Фильм запомнился тем, что это преподносит воспитание нашим молодым поколениям. Никто не верил, конечно, в то, что столица может быть таким большим и таким успешным, но это решение было принято, и сейчас мы достигли те успехи, которые никто не верил, и на мировой арене Казахстан показал себя. Режиссировал картину Акан Сатаев, который завершил работу над проектом в августе этого года. Сергей Уланов, Ербол Аманшин, Рустам Жумашев, телеканал ТДК-42. Маслихат Западно-Казахстанской области принял активное участие в реализации государственных программ. Об этом заявил секретарь представительного органа власти Малик Улшар. Депутаты, по его словам, требовали четкого обоснования по всем вопросам, касающимся распределения бюджетных средств. Секретарь Маслихата Западно-Казахстанской области считает, что в этом году депутаты приняли несколько важных решений. Были утверждены правила по благоустройству населенных пунктов, утверждены ставки по оплате водных ресурсов, использование лесного фонда и эмиссии в окружающую среду. В этом году было 4 раза рассмотрено изменение и дополнение областного бюджета. Если в прошлом году областной бюджет был утвержден в объеме 105 миллиардов тенге, последние изменения коснулись дополнительного выделения средств, и она составила 133 миллиарда тенге. Рассказал секретарь Маслихата и о собственном вкладе депутатов в реализацию программы Рухани Жангару. Депутаты областного Маслихата и районных Маслихатов приняли непосредственное участие в строительстве мавзолея в Джанебельском районе Гумар Карашу и при строительстве мавзолея Тастай Ханшаим, который расположен в Теректинском районе. Жаслан Жокопов на свои личные средства построил детскую игровую площадку
по улице Темирмасина. Также секретарь Маслихата заявил, что в этом году впервые депутаты одобрили проекты государственно-частного партнерства. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42. Бюджет Уральска увеличится на 46%. На начало 2019 года его сумма составит более 39 миллиардов тенге. Планируемое распределение денежных средств обсудили в ходе 27-й очередной сессии городского маслихата. Депутаты совместно с акимом города рассказали, в какие сферы будут направлены выделяемые средства. Как стало известно в ходе сессии, на конец текущего года бюджет Уральска составил 41,3 миллиардов тенге. Эти средства в основном были направлены на социальную сферу. Одно из самых приоритетных направлений – строительство и ремонт дорог. За два года капитальным, средним и текущим ремонтом было охвачено 202 километра дорог на сумму почти 24 миллиардов тенге. Ремонт дорог проводился во всех частях города, во всех населенных пунктах, пригородных поселках, таких как Круглозерные, Зачаганск, Деркул и Желаево. Подведены подъездные пути к 30 социальным объектам. Это 7 детских садов, 10 общеобразовательных школ, 6 высших учебных заведений, дом престарелых, 4 объекта образования и многие-многие другие. По итогам 2018 года доля автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составила 76%. Еще один важный вопрос – обеспечение населения жильем. С начала реализации программы государственно-частного партнерства в городе снесено 11 аварийных домов. На их месте строятся новые многоквартирные дома. В поселке Зачаганска возводятся отдельные дома для очередников и вкладчиков Жилстройсбербанка. Кроме того, в текущем году выполнена реконструкция типа магистралей, сданы в эксплуатацию новые школы. Часть запланированных объектов – переходящие на следующий год. Бюджет мы начинаем с отметки 39,1 миллиард тенге. Предусмотрены средства на продолжение строительства многоквартирных жилых домов за счет государственных ценных бумаг. Это 5,1 миллиард тенге. Кроме того, предусмотрены средства на продолжение работ по реконструкции тепловых магистралей 4,8, реконструкция водопроводных сетей города Уральск, начатых в текущем году. Предусмотрены средства с вышестоящих бюджетов. Это на различные доплаты учителям школ города, установленные законодательством Республики Казахстан. Кроме того, в будущем году запланировано подведение водопровода в село Ветелки. Будет продолжена работа по благоустройству дворовых территорий и строительству спортивных площадок. Продолжится реконструкция путепровода в районе завода «Омега». Начало строительства нового автомобильного моста запланировано на весну 2019-го. Марина Горбук, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, ТДК 42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.